Не сегодня, блядь! Кто сильнее, ты или доски? А? А? Ты что, за мной ползёшь, что ли? А ну пошел нахуй! Меня зовут Лёша, а эту игру зовут Outlast 2. Добро пожаловать. Третья часть, да? Третья ведь? Вроде третья. И чё мне? Опять падать? Ну давайте. Не падать, окей, супер. Я думаю, я сейчас опять разобьюсь, который уже раз. Я вижу батареечку. Это тоже неплохо. Чё, у нас поселенец какое-то? Ну как какое-то? Это-то штука? Слушай, здесь все похоже на какую-то церковь. Блять, я в этой игре вообще ни хера не вижу без этого свечения. И многие на меня за это кричат, что я типа постоянно играю с этим зеленым светом. Но у меня моник глянцевый, я и так нихуя не вижу. То, что вы видите на записи, это типа намного лучше, а у меня тут вообще темень какая-то кромешная. Так. Это что за место? Поселенец какое-то странное. Вздыхает он еще что-то тут. Че вздыхаешь, лох, что ли? Так, пожалуйста, меня стукать не надо. Я личность. Какого хуя? Это что было? Тут кто-то есть? Я хочу один под лестницей сидеть. Прям как настоящий Гарри Поттер. Такс. Это что это у нас здесь происходит? Куклы всякие, стулья. Охуеть теперь. Чё так? Чё это за звук был? Как мне яйца придавили. Ну ладно, на самом деле, когда тебе яйца придавливают, не такой звук обычно. 9 марта, еще больше детей умерло. Нот говорит, что такое детоубийство не грех, ведь все являются солдатами армии Господа. Мученики пали на поле наперекор дьяволу. Все младенцы с рассеченным горлом и обуглившейся плотью будут невредимы ждать нас в раю. Еще папа Нот говорит, что наши грехи находят нас в наших снах. Но в моих снах только убийство моих детей. И я просыпаюсь, смеясь, возбужденный и часто влажный от невольной похоти сна. Я проснулся сегодня утром, думаю, что намок от крови из рассеченного горло ребенка, но эта влага была моей собственной. Другие видят во снах то же самое. Мы прорыли туннель, поэтому сможем тайно встречаться. Мы собираемся, делимся своими видениями и гадаем, что они значат. Я все чаще думаю, что это послание. Но ничего святого. Окей, это, блядь, наверное, самая странная записка, которую я в своей жизни видел и читал. Отлично, блядь, замечательно. Разблокировать и открыть. Я вообще где? Я вообще здесь почему? Я б сейчас лучше, блядь, в Диснейленд какой-нибудь сгонял. Вот ты вот Диснейленд уже не сгоняешь, видимо, в своей жизни никогда. И вряд ли тебя с таким-то ебальником туда пустят. Детей только распугивать будешь, падла, блядь. Мразь, ненавижу тебя. Ладно, извини, это было грубо. О, святые мешочки! Святая картошка. Это здесь должна быть святая картошка. Ладно, ты будешь святым ребенком. Какое личико-то, а? Прям миловидный маленький карапуз. Окей, ладно, знаете что, я это считать не буду. Я могу спрятаться под кроватью. Замечательно, блядь. Вот это окошко мне кажется более полезное, чем вон та дверь, которую мы там видели. Кто-то курочку оставил. Опа, в KFC сходили и не съели, мое будет. Хотя, может, это вот я, этого парня. Я не удивлюсь, если это череп, но ему буквально пару часов. А, тут и не выйти никогда. Ну ладно, полез через окно, че. Не впервой уже. Стоп, че? Я еще, блядь, и через окно не могу выбраться. Нажмите, что-то взаимодействует. Чего? Там дыра в сюжете, что ли, какая-то? Что-то ты как-то хуёво окей. Понял. То есть через то окно ты не хочешь лезть, а через это без проблем. И что ты какой, блядь, умный. Тоже мне. Эту батареечку перезарядим. А, это не окно.
А дверку-то откроем. Понятно? Бля, ну вот вообще ничего не вижу. Мне кажется, они напортачили немного с яркостью в этой игре. У меня и так она на максимум стоит. У меня Моник тоже вроде на максимум стоит. Моник у меня сейчас не на максимум стоит. Так. У вас сейчас ничего не... Сейчас все будет. Я себе чуть яркость привалю. Терень. Особо нихуя не изменилось, ну ладно. Моя батарейка. Иди к папочке. Такс. Да ты, блядь, капитан очевидность, слушай. Ну ладно, поехали. Кто, блядь, был удивлен? Не бывает все так просто в таких играх, да? О, очередной летсплейщик попался на новый скример. Опа! Опять рэп, блядь, читает. Ебать, ты какая не очень, блядь, приятная женщина. Что она делает? Ой. Здравствуйте. Наблюдает он за мной, блядь, в окошечко. Нет, было летсплей мой посмотреть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Она идет как-то вот прям вообще не по-доброму ко мне идет. Я не люблю, когда ко мне женщины... Ну, блядь, я как бы люблю, когда женщины ко мне идут, ну, типа, блядь, не с ножом же, там, все такое. Да и вряд ли такие страшные-то. Так, ты чё? Она где там? Эй. Куда она... Ты что думаешь, ты такая беспалевная, что ли? Ну и хуй с тобой, я тоже буду такой, типа, дохуя дерзкий. Хорс ту сатан. Шлюхи к сатане? Так, атака, я не шлюха, не подходи ко мне. Здорово. Ну, бля, ну дай посмотри. Ой, замочил кого-то, что ли? Ладно, ребят, знаете что? Я на эту вечеринку не хочу идти. Я вот, пожалуй, туда пойду. Ты мне сказал? Что вообще происходит? Я ничего не понимаю, я хочу домой. Поэтому я залезу в это окошко. Оп! Дорогая, я дома. Дорогая? Ты не дорогая. Да. Еп. Ага, я пошел. Ошибся домиком. Извиняюсь. Это та самая церковь. Да японский ты, блядь, города... Да, господи ты, боже мой, блядь. Прячься. Я люблю сидеть в бочках. Бочки — это мое любимое место. Стань един с бочкой, говорили они. Поддайся влиянию бочки, говорили они. Все, он ушел. Я могу выходить. Оп. Здорово, ребят. Я пошел. Лохи, блядь. Глупые. Необразованные. Блять, у вас у всех здесь какие-то вечеринки свои, да? Вы. Блять, ладно. К тебе не надо было лезть, я понял, отстань от меня, тупая старая бабка, блять. На тебе, блять, вдыхло, тупая сука! Нехуй, блять, на меня лезть так. Вот была бы ты моей фанаткой, я бы еще подумал, блять, но фанаток у меня нету, так что, блять, а я че опять на улице-то делаю? Ёбаный шашлык, пиздец, блядь. Так, ребятки. Давайте только без страшных бабулек на этот раз. Страшные дети? О, да, но страшные бабульки нет, извините, это уже перебор. Я вижу генератор. И что-то мне подсказывает, что шуму он наделает довольно много. Семен, мне нужно совершенно тайно поговорить с тобой, потому что ты знаком с мазями и лекарствами. Надеюсь, ты знаешь, что я не использую больше слов, чем это необходимо. Когда мы совершаем вылазку в проклятый мир за бензином, электрооборудованием и другими нужными вещами, которые мы не можем сами сделать. Я подружился с сыном трактирщика, который продает таблетки для папы. И когда я назвал их веществами для исследований, парень засмеялся и сказал, что телу не нужен пенициллин, если только оно не изучает вагины. Ты слышал о таких вещах? Я не хочу спрашивать папу из страха, не знаю ничего. Но я не хочу также случайно отравить его. Пожалуйста, навести меня, Джон. Ну, значит, они все-таки контактируют с внешним миром. Они не настолько уж и изолированы от всех.
Типа как бы хики, но не очень хики. Я так это понимаю, да? Батареечку перезарядим, генератор включим. Готово. Готов поспорить меня. Не надо, не надо, не надо, не надо, не надо. Посмотрела, блядь, на меня такая простая и ушла? А как же в чёчку поцеловать? А кто мне колыбельку споет? А? Глупая. Глупая сука. Я не буду, блядь, рядом с ней проходить. Ну, в пизду. Нет, 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 спасибо, блядь. Я лучше вот так вот. Ноги переломаю, но, блядь, рядом с этой дурой я проходить не собираюсь еще раз. Да, бля, вы серьезно, что ли? Бабка еще-то пропала. Такс, 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 такс. Оба. Так-то тут до лифта же идти вроде недалеко было. Давайте попробуем как-нибудь срезать. Нельзя? Лишь ты, блядь, все продумали. А я думал, я самый хитрый. И так, ну тоже вроде было открыто. Слушай, им походу похер, что я им электричество включил. Они все по домам спрятались, правильно? И этих ребят... Чё, блядь? Кто это орёт? Ёб твою мать! Только не ты! Ну кто угодно, кроме... Блядь, мне пиздец. Отстань! Отстань, глупая! Окей. Как грубо, блядь! Ну нет бы привет сказать, чёчку поцеловать. Почему никто меня не целует чёчку в этой игре? Ау. О! Тут в подвал как-то можно залезть, да? Окей, ну, блядь. Подвал так подвал, хуй с ним. Картошка! Ей! Ей, картошка. Какой, блядь, бесполезный подвал. Зачем я сюда спустился вообще? Ладненько, пошлите обратно. Я думал, блядь, полезный подвал будет. Так, а где она там? Ее ж там вообще... Да пошла ты нахуй! Ну отстань! Не стукай, блядь! Я в подвал обратно залезу. Ладно, подвал, извини, что я тебя обижал сначала. Я теперь един с бочкой. Буль-буль-буль. Лучше утопиться, блядь, но не смотреть на ее унылый еблет. Она меня видит? Она меня не видит, да? Меня тут нет! Да ну ёб твою мать, женщина, отстань от меня! Беги, 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 господи, только беги, только не останавливайся, пожалуйста! Бежим, 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 она за мной? Я ее не вижу, насрать. Все хорошо, не кричи, я просто хотел воспользоваться вашим лифтом, ну чё ж в этом такого-то плохого, а? Давай, давай, тяни, 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 тяни его, блядь. Иди ты нахуй, грешница окаянная, блядь, я с грешницами окаянными не общаюсь. Я мальчик хороший. Фух. Хвала Иисусу. Так, что это Temple Gate? Sullivan Knot, Modern Ezekiel, основана в 1971 году. Окей, но мы нашли эту церковь, да? Или чем бы это вообще ни было. О, кто-то на велосипеде неудачно покатался. Плохи. Мазафака! Опять ёбаные тентакли! Так, я это уже видел в демке. Меня этим не напугать, я знаю, что произойдет. Так, блядь. Ёбаные вентиляции. Вот так вот, заглянешь в колодец, и тебя язык засосет в вентиляцию. Хоть меня просить о чем-то. Странная девочка. Тут сейчас классная сцена будет с этим призраком, они прикольно это сделают. Ну, опять сорян, если я вам что-то испортил, потому что я это просто помню. Из демки. Я иду, ой, как я еще иду, да. Так, 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 так.
Давайте побыстрее с этим закончим. Хотя прикольно, если они добавили что-то новое. Типа... Так, ну и где он? Где этот засранец? Опа. Ой-ой-ой-ой. Батареечка. Интересно, а почему типа батарейки, которые мы здесь находим, тоже идут в счет? Мы сейчас типа вроде как мечтаем о чем-то или что-то типа того. И, блядь, этого чувака-то здесь до сих пор нет. У меня это не нравится. Они что-то поменяли? Я так играть не хочу, блядь. Нет, не хочу. Нет, спасибо. Блядь, окей, мне опять страшно. А, шкатулку надо за эту. Завести. Ты все, что подбираешь, пытаешься как-то использовать? У тебя очень ногти грязные, я тебе об этом уже говорил, но скажу еще раз. Это вот ни разу не жутко было, да? Что такое? Так, ребятки, мне здесь грустно и одиноко, но с вами я все равно не хочу видеться. Можно я, пожалуйста, просто домой пойду? А, может, та дверь теперь открыта, кстати? Ну ладно, я пытался. Мне кажется, меня кто-то пытается наебать. И мне это не очень нравится. Хотя в этой игре, блядь, по-другому. Вот этого не было. Вот этого не было. Вот эта дверь вроде не была открыта. Они убрали призрака, ах, сукины, блядь, дети. Так я это уже видел. Тебя тентакль заберет. Нечего тут интересного смотреть. А можно меня тоже? Я тоже хочу наверх. Там, наверное, блядь, повеселее, чем здесь. Хотя... Не уверен насчет этого. А, двери закрыты, мне это не нравится. Ага. Ой-ой-ой, а, дружище, это ты, я тебя помню, да. Сам ты отец чудовище, чё ты, блядь, чё он ругается? Почему я никому здесь так не нравлюсь? Окей, успокойтесь. Мы все можем быть друзьями. Мы все можем быть хорошими друзьяшками. Дверку я закрою, пожалуй. Он меня не преследует? А, нет, он меня преследует. Я не знаю, нахуя я решил это проверять. Еще, блядь, постоял такой, знаете, посмотрел. Заебись. Куда? Помните, что двери, запираемые замком, оборудованы. Я это помню. Это, блядь, без напоминаний помнил, блядь. Как он здесь так быстро оказался? Бля, где? Что я? Как я? Сука! Ты что, за мной ползёшь, что ли? А ну пошел нахуй! Идет такой, знаете, на карачках, блядь, за мной. Такой, теперь я ползаю, ты что, до сих пор за мной ползешь? Бля, ну, ребята, успокойтесь, это мне не нравится. Это не весело. Я не люблю, когда за мной какие-то дяденьки ползают и, блядь, стукают меня по жопе ножом. Давай, Блейк, давай, я верю в тебя, ты сможешь. Давай, лезь, блядь, шустрее. Все, бежим, блядь, куда-нибудь беги. Блейк, да мать твою. Не-н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 е. Не сегодня, блядь. Или сегодня. Прямо в рот, бах, прямо в рот. Не сегодня, блядь. Давайте туда побежим, а? Мне кажется, вот та открытая дверь что-то да значит. Сюда, давай быстрее, дорогой. Блять, наверное, я зря сюда зашел. Наверное, блять, я зря сюда... А, нет, кстати, смотрите-ка. Вроде так и надо было. Кто сильнее, ты или доски? А? Правильно, блять. С досками нехуй шутить. Не стоит. Он, видимо, шутил с досками, а это кто? Это чё? Ходят, блядь, себе такие спокойненькие, веселые. Бля, стоп, это же детский садик какой-то. Но у них же детей, типа, убивают.
У них же это типа модно. Не оживай, пожалуйста. Мать твою, налево! Как мне? Все, я под кроваткой. Ага. Чё б ты там не говорил? Глупый, глупый, глупый. О, какая гитара классная, я бы такую хотел. Опять кого-то замочили. Блять, звуки еще эти. Окей, мне не туда, нам с тобой не по пути. Где я? Где я? Я ничего не вижу. Спасибо большое, дверку закроем. Заблокировать. Все, теперь я чувствую себя в безопасности. Стоп, отсюда же нет выхода, да? Дружище, давай будем друзьями. Да, ты же... Ну, мать твою, да ты меня доебал. Нет, закрыто. Здесь занято. Здесь занято, блядь. Вот он, интересно, сейчас зайдет сюда такой и подумает. Куда он делся? Из-за этой комнаты же нету выхода. О, какая красивая рубашка. Или это пальто. Давайте подумаем над тем, что это такое. Я ставлю на пальто. Ты там так и будешь ходить, все под нос мямлить? Да, мать твою. Охуеть, ты модный! Не-не-не-не-не-не. Ау! Ау! Ну кто так делает, блядь? Ну кто так делает, скажите мне? Отлично, так, давай. Дверь закрой. Закрой ее нахуй. Заблокировать, заблокировать, заблокировать! О, бич! Такого ты, сука, точно не ожидал, да? Мне кажется, или он просто взял и вошел, блядь? А, нет, вот он пытается войти. А, ну мы с вами в шкафу посидим. Да, я вам могу байки какие-нибудь интересные потравить. Да. Меня вот Лёша зовут. Вы, наверное, это знаете. А как тебя зовут? Какое замечательное имя. Ты ничего не говорил? Я умею читать твои мысли. Ты подумал свое имя? А, ты подумал не свое имя? Ебать, какой ты продуманный. Ну и хер с тобой. Тоже мне. Я просто спросил у тебя имя, а ты выпендриваться начинаешь, как обычно. Такс, так. А, нет, стоп. Я же переименоваться здесь могу, да? Супер. Оп, и как новенький. Hello? Окей, кажется, на горизонте пусто. Можно вываливаться. Блять, он там. Давай, шустый. Да, блять! Давай, ну же, дорогой, ну как ты, блядь, так сделать умудрился, а? Теперь в этот шкаф прятаться, да? В паркуре я шарю, это да. А еще знаете, в чем я шарю? Как можно двигать всякие шкафы. Это да. Только давай ты это побыстрее делай, братишка. Отлично. Так, и мы в каких-то катакомбах теперь, блядь. Ну просто отлично. Просто заебись. Как-то в этой части слишком уж много погонь. Я немного от этого устал. Не находите? Еще и музыка ваша закончилась. Ой, дамочка. Она живая. Я к тебе подходить, пожалуй, не буду. Ты, конечно, дама, наверное, миловидная, и с тобой есть о чем поговорить. Но я, так сказать, человек замужний, хотя бы только посмотрите на эту жопу, да, я не мог этого не сделать. Так, а это самое. Я тут твой шкафчик нихуя чуню со спиной. Хотя, может, эй, дамочка. Дамочка. Ой, блядь, это ж ее дерьмо и мочи. А, блядь, зачем я туда посмотрел? А, блядь. Хотя ладно, я не думаю, что есть какие-то гении, которые под такую игру умудряются смотреть и хавать. Похоже на яму какую-то, куда скидывают все. А, это как в 300 спартанцев.
В яму скидывали младенцев всяких. Только ты сам туда не свались, щит. Ради бога. Потихоньку, помаленьку, никуда. Бля, батарейка, я вернусь за ней. Мне нужны батарейки, я за ней возвращаюсь. И не надо на меня таким взглядом смотреть, ага. Я все это вижу. Ня-ня-ня-ня. Вот вы бы отказались от халявных батареек? Я так не думаю. Все мы люди. Всем нам нужны иногда батарейки. Особенно халявные. Это что? Сисечки? А-а-а, сисечки! А-а-а. Шикарные кадры, которые меня забанит YouTube. А-а-а. Вот это, кстати, да, это забавно. Как YouTube? YouTube типа очень строг. Это что за звуки были? Ладно, неважно. Господь знает, что я сделал, и он заставляет меня смотреть на это, когда я слаба или испугана. Не моя вина в том, что Иуда не умел плавать, или в том, что он чувствовал ко мне похоть. Я бы спасла его, если бы у меня хватило сил. Я не сомневаюсь в тебе, Боже, но, пожалуйста, перестань мучить меня этими кошмарами, которые появляются даже наяву. Я не могу больше смотреть, как он тонет, прими мою смерть как покаяние, ведь я ношу ребенка папы Ноты, и меня терзают страдания, каких я никогда раньше не знал, а ребенок в моей утробе определенно дьявол, об этом можно судить по являющимся мне кошмаром мучениям. Я твоя. Короче, этот папа Нот, он типа дохуя такой умный, сделал поселение каких-то фанатиков, и теперь он здесь всех женщин ебет. Всех женщин осеменяет. И судя по всему, он не брезгует даже маленькими девочками. И это даже не очень-то и смешно. Батарейка! Мерик, папочки. Ну, дверь. Я люблю двери. А двери любят меня. Но ты какая-то, блядь, неприступная, да? Мне нравится, когда они такие, типа, знаете, неприступные сначала, а потом такие, опа, открываются, и типа, я вся твоя. Чё, я чё-то немножко это... Меня не в то русло, видимо, понесло, да? Ничего не подумайте, двери, они, конечно, это вещь хорошая. Но я не испытываю к ним прям... Да иди ты нахуй, как ты меня заметил? Ай, блядь, здесь еще и защелки нету, а где мне спать? Нихуя себе вы, блядь, какие агрессивно-пассивного, охуительные! Наверх, наверх, наверх и нахуй, наверх и нахуй. Люблю наверх и нахуй. Блядь, я думал, там бочки можно... Че, мне прыгать? Ну и хуй с ним, паркур, собственно. Куда? Куда? Бежу, бегу, куда глаза глядят, блядь, ничего не боюсь. Вам меня не остановить! Меня зовут Алексей, и я очень быстро бегаю. Бля, походу я понял, я с камерой бегаю намного медленнее, чем без нее. Да? Ползет он, блядь, за мной, думает, умный такой, там священные мешки, они мне помогут, я в это верю. Блядь, я не могу... Чё ты делаешь?! Нахуя он остановился, господи, какой он тупой. А, это вилла кто-то проткнул. Прикольно. Ну, я батарейку успел перезарядить. Так, давай, 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 ползи так, словно за тобой ползет маньяк, который хочет тебя грохнуть. А? Как тебе такое, а? А? И куда мне идти? И куда мне идти? И куда мне? А, наверх? Окей. Это я могу. Взаимодействовать с чем? Ломай! Ломай пол! Ломай, мать его, пол! Отлично. Так, куда? Это что, блядь? Серьезно, я от падения только что умер, да? Это самая неловкая, блядь, смерть была бы в моей жизни. Так, 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 так. Я ползу опять под каким-то домом. Они, блядь, там все рушат. Но я не промах. Я ушел. Да? Я же ушел? Пожалуйста, скажите мне, что я ушел, а? Ну, пожалуйста, давайте уже это закончим. С этими вашими, блядь, погонями и всем прочим. Все? Да? Отлично. Блядь, здесь так-то уютненько, я бы здесь вздремнул. А потом бы проснулся без ноги. Как вам такое? Они там еще? А, кажется, на меня хер забили. Ну и хорошо. Что у них здесь вообще происходит? У них каждая комната оборудование для чьего-то убийства. Потому что это очень выглядит как... Это очень на то похоже. Батарейка! Моя любимая! Так.
Так, идти, так, 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 так. Я поищу, пожалуй, еще батарейки. Батареечки? Кто-нибудь, где-нибудь, пожалуйста? Нет, спасибо, ладно. Без проблем. Не очень-то и хотелось. Так стоп, они сатане поклоняются или что? Я думал, они типа такие все в Иисуса верят. А они, походу, сатанисты просто. А, ну так это все объясняет. Лепота-то, блядь, какая. Хоть на скриншот разбирай. И везде гитары. Прям все такие музыкальные. Что ты, блядь? Ёб твою мать. Да мы в церкви. О, я тебя и не заметил, дружище. Да, мне, кстати, в комментариях писали, мол, с хераль я не смотрю эти записи. И это очень стрёмно сделанная механика, как по мне. То есть ты сейчас ходишь, и ты и так не очень весело это записывать. А потом пересматривать все это еще разок. Только с какими-то там комментариями. Я лучше это, пожалуй, оставлю на What the fuck? Вот это было странно. Am I losing it? А? Да, походу ты... Тетенька. Окей. Я буду исходить из своих медицинских знаний и познаний и могу сказать, что она, возможно, без сознания. Может, ногу сломал, я не знаю. А зачем мы в церковь-то пришли? Типа, Лин здесь нету, никого здесь нету. Или мы просто бегаем здесь повсюду. Цель. Дети не должны бояться своего долга, а восхвалять его как гарантированный вход в рай. Это он говорит про их убийство. Запомнить, в раю нет боли. Отец дал вам жизнь, поэтому ваша жизнь принадлежит ему. Бог дал вам жизнь, поэтому ваша жизнь принадлежит ему. Вы можете не знать, что сами являетесь врагом. Ваш страх – инструмент врага. Господь знает лучше, привлечь или изучить. Кит спас Иона от утопления, Иисус в пустыне с сатаной, Дврам убил Исаака в сердце, проект жребий ангелов, кто будет врагом. Короче, он здесь, блядь, свои злые коварные планы составляет, да? Этот жердяй, этот, блядь, жирный, похожий на Габена жердяй. Жирный жердяй, именно. Я так и хотел сказать. Знаете что? Перебинтуемся. Бля, я хочу уже с ним встретиться, мне интересно, как он, как персонаж прописан, типа, как он с нами будет общаться. Типа, так же, как с одним из этих... Да без проблем, дружище. Еще одна записочка. Мамочка мисс Карсон сказала, что нельзя рассказывать о том, что они будут делать, но она не сказала, что нельзя писать. Пожалуйста, не дайте им убить меня, я люблю тебя и папочку Джулиана. Бля, окей, это уже совсем как-то не очень. Ура, катаем, толкаем каталку. Толкая предмет, вы можете обернуться. А, здорово. Молиться с тобой? Отче наш! Дальше я не знаю. Ты какая-то глупая, ты же видела, что я сюда каталку качу, и типа я сюда собираюсь идти, но ты все равно ушла. Мы перебрались на другую сторону того моста. Там еще батарейка валялась, да? Замечательно. Мне правда жаль, но на этом опять придется закончить этот эпизод. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте, что если вам понравилось это видео, то, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Мне это очень помогает. Если вам нравятся мои видосы, почему бы не помочь мне чуть-чуть там? Двинуть рукой и тыкнуть на лайк — это не так сложно, а мне это действительно поможет. Так что спасибо большое. И... Чё там я обычно в конце говорю? Ах, да. Надеюсь, что увижу твое замечательное лицо в следующем видео. И, как обычно, до новых встреч. С вами был Алёша. До новых встреч.